Всем привет! Существует много истинных заблуждений и мнений о правильном нанесении шампуня на волосы. Пришло время разоблачить их. В сегодняшнем выпуске вы узнаете самые интересные факты о шампуне. Самое важное – это выбрать правильный подходящий шампунь. Если у вас тонкие волосы, то вам подойдет шампунь для объема, а для густых волос идеально подойдет увлажняющий шампунь. Всем иногда приходится использовать шампунь для глубокого очищения волос. Ваши волосы очень сухие? Вы заметили появление перхоти? В таком случае вам обязательно стоит воспользоваться шампунем для глубокой очистки. Блондинкам нужно чаще применять шампунь для глубокого очищения. Если у вас осветленные либо окрашенные волосы, подобный шампунь нужно использовать достаточно часто. Химические препараты делают волосы пористыми, поэтому их обязательно нужно обновлять и питать. Срок годности любого шампуня – от года до 2 лет. Шампунь, используемый после окончания срока годности, не будет столь же действенным, как новое средство. Легкий массаж кожи головы при нанесении шампуня благоприятно влияет на здоровье волос. Массаж головы стимулирует кровообращение, что способствует росту волос. Вам не нужно слишком много шампуня. Вполне достаточно нанести средство на волосы в количестве размером с монетку, потому что от переизбытка шампуня появляется слишком много пены, а это будет только мешать при массаже головы. Также важна температура воды. Мытье слишком горячей водой сделает ваши волосы безжизненными. Попробуйте промыть их теплой водой, а затем сполосните прохладной. Стоимость шампуня не имеет значения. Профессиональные средства, используемые в парикмахерских салонах, не всегда лучше тех, которые вы можете найти на прилавках магазина. Не смотрите на цену, обращайте внимание в первую очередь на то, чтобы формула шампуня подходила к вашим волосам. Сухой шампунь лучше всего наносить на ночь. Если вы используете сухой шампунь, лучше нанести его перед сном. Утром вы проснетесь с красивой и буйной шевелюрой. Вы можете сделать шампунь самостоятельно. Комбинируя соду, уксус и воду, можно создать собственный шампунь, который будет легко устранять неприятные запахи и сделать ваши волосы пышными, без всякой химии и вредных веществ, которые содержат многие покупаемые шампуни.